Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово останется за Господом Богом. Бог не молчит, просто нужно открыть Библию. Люди не понимают, насколько им нужен Бог, пока у них не остается никого, кроме Него. Это такое богатство – иметь людей, которые молятся о тебе. Бесполезно думать, как получить любовь. Ты начни отдавать, ведь только отдавая сам, ты получаешь ее. Даже маленькое проявление любви может сделать большие изменения. Любовь – это забыть слово «я». Христос занял мое место на кресте, чтобы дать мне место на небесах. С Богом мы можем все, а без Бога мы ничто. Спасибо, Иисус, за Твою помощь, поддержку и безграничную любовь. Доброе утро, мой драгоценный друг.